Сразу два депутатских кресла для Хакасии – случай беспрецедентный и уж точно выгодный. Республика может получить два мандата, то есть отстаивать интересы Хакасии в Госдуме будут сразу два депутата. А это, коллеги, элемент возможности лоббирования. Ни для кого не секрет, что это возможность пробивать, грубо говоря, ну это детские сады, больницы, музеи, дороги, деньги и так далее. Это возможности лоббирования. Но второе кресло Хакасия получит только при высокой явке на выборах 18 сентября. Она должна достигать 55-57%. Для того, чтобы заинтересовать избирателей, впервые в выборной истории «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование. То есть, если раньше кого партия выдвинет на думские выборы, решалось внутри ячейки, теперь определит электорат. Проще говоря, еще до выборов, которые будут в сентябре, мы пытаемся, оперевшись на мнение наших избирателей, понять, кто эти люди, которые имеют мощную электоральную поддержку, и потому мы надеемся, при всей нашей плотной работе, не проиграют эти выборы и в сентябре. Открытое голосование состоится 22 мая. В Хакасии откроются 83 избирательных участка. Будет все, как в обычные выборы, но голосование будет рейтинговым. То есть галочку можно поставить в бюллетене сразу напротив нескольких фамилий. На сегодня кандидатов 6, в том числе действующий депутат Госдумы Надежда Максимова. Но список может быть больше, заявки принимаются еще до 10 апреля. А в качестве избирателя прийти на выборы может любой желающий, вне зависимости от партийной принадлежности. Мы здесь присоединимся так. Мы выбираем депутата не от «Единой России», мы выбираем депутата или депутатов от Хакасии. Поэтому мы приглашаем всех сделать свой выбор, показать, кому вы доверяете, чтобы потом этот человек достойно или эти люди достойно представляли нашу республику с пользой для нас всех, для нашей Хакасии. Ознакомиться с зарегистрированными кандидатами можно на специально созданном сайте о предварительном голосовании. Там же будут транслироваться дебаты, которые пройдут между претендентами на участие в думских выборах. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.